Всем привет, маленькие сладенькие пахлавушки, с вами Бадди, мы продолжаем с вами проходить карту игры Покрайзин под названием Прорыв, это нужно начать вторая часть карты игры. Ну что-то мы продолжаем основываться на этой базе, и мы должны уничтожить все здесь объекты. Вот так вот нахрен. Все уничтожаем нахрен, все. Все, что здесь имеется. Блин, ты серьезно? Сири Уисли? Так, короче, давайте уничтожаем. Начнем с этого. А чё, как быстро? Жёстко. Так, ну это последнее. Так, идем дальше, Арчервер. Все мы здесь уничтожили. А теперь нам нужно подняться туда. Вот сюда вот. А там у нас много мутантиков. До хрена, я бы даже сказал. Так. Ты посмотри-ка нахрен. Да, я решился взять это. А еще вот это вот. Это чудо. Погнали. Вот здесь лестница для меня как раз сейчас поднимется. Нормально. Поднимаемся наверх, и сейчас что будем делать-то? Ну что, будем с винтовки стрелять, а что нам еще остается-то нахрен? А чё с этим? Ты больной? Он вообще умирать не хочет, тварь. Это тоже. Эти умерли, типа. Да, ребята, они умерли. Все нормально.
Так, как это мне пройти-то? Да вы охренели, твари. Но они слабые. Тут типа все слабые, поэтому изи. Ну да, все, ребят. Изи нахрен. Ну только остался один еще. Но этот товарищ не собирается умирать. Падла. Вы чё, сука? Он не хочет умирать, реально. Лагучая мразь, иди нафиг. А почему не хочет умирать-то, тварь? Что это за баги вообще, нахрен? Погоди. Я возьму коробку. И вот так вот просто сделаем. Сейчас заебись будет. Нахрен иди.
Ты какая мразь, а? Ты посмотри. Гаденыш выбледок, блин. Ничего не сделать. Где нахрен? Твар, бля. Тварь, а? Ты посмотри нахуй. Окей. Тогда не уезжаем, окей. Пизда вам нахуй. Ну так пройдем нахуй. Мрази, блядь. Изи нахуй. Так надо было сразу сделать, блядь. Теперь назад едем.
Ну что, все. Чё, блядь? Прикройте справа. Чё это было сейчас нахрен? Чё за мрази ещё? Ты жив? А что ты делает? Так, сейф. Теперь. Так, стоп. Что хотел, я уже забрал, да? Это точно. И что теперь дальше делать? Реально, а что дальше делать? А! Ни хрена себе. Вот это прикол, бля. И сколько я буду подниматься, интересно? Охренеть. Так долго лифт ехал. А, не. Показал, значит. Ребят, мы продолжаем проходить самую охрененную в мире игру. Так, давайте-ка еще раз вниз спустимся. Я вот не понимаю, финт, ги, глида, что это такое вообще нахрен? Что это, блядь, означает? Надо понять, посмотреть. Спускаемся, короче, вниз, и сейчас мы должны найти еду. Я надеюсь, мы найдем. Так.
Что же я там должен найти? Вот как будто что-то здесь. Все, насрать. Наверх давайте. Самое главное то, что мы нашли с вами две взрывчатки. И все, ништяк. Все у нас должно быть. Чики-пуки. А вот здесь я пошел засыпюсь. Так. Блять, иди нахуй, сука. Иди нахуй. Тварина, а? Не надо было просто сохраняться в открытом месте, да все, да сами виноваты. Че я вообще делал, бля? Блядь, ты чё, дебил? Давай ко мне нахуй. Ну-ка, эксперимент нахрен. А, похер, плевать. Капец, мы туда-сюда катаемся нахрен. А, сейчас суперски, да? Да. Ну я совсем, конечно, узбек. Это бред, ребят. Как тупое место проходить? Чё за долбоебство, блядь? Найти глиттер, чё? Чё за нахер вообще? Нет, ничего искать не буду, нахрен мне надо. Так вот, блядь.
Откуда, сука? Как-нибудь, если я ничего не вижу. Вот что это такое, бля? Идите нахрен. Я так пойду, мне похер. Мне так нельзя, да? Не так, значит, ли. Тогда давайте так пойдем, что ли. Не знаю. Хочет умирать. Да ладно, нахрен. Чё, серьёзно, бля? Охреневшие мрази, бля. Так, сейчас я пойду за аптечкой и броней еще раз. Надо будет взять обязательно. Давай. Чуть не убили меня. Но зато я прошел этот гребаный туман. Туманище сраное. Наконец бы. Все, давай наверх. Ну, бежим, короче, просто вперед.
Всех мы грохнули, главное. Никто нам не помешает. Интересно, что здесь? Зря. Ладно, похер, идем дальше. Наконец. Так, осталось, короче, в это вот место. Тут мы, походу, должны уничтожить антенну. Окей. Это мы сделаем. Как надо. Так, и останется что-то там последнее, да? И мы на этом, походу, карту закончим проходить. Все, заебись. Че, серьезно, что ли? Но у меня есть патроны на винтовку. Мрази вот такие, а. Не, столько мне не хватит, ребят. Поэтому делаем вот так вот. Только так. А в смысле? Ты чё не умирай, ты расстреляй туда прям них. Блин, трудно попасть, капец. Ну как мы будем убивать-то нахрен? Попал вроде, попал.
Все сдохли, мрази. Ну-ка, давай. Сейчас я попаду. Мразь, а. Да ладно. Грохнули все-таки, а? Да блять. Мне нужно было просто лечь, реально. Че я туплю? И вот на что у нас идет винтовка. На всех вот этих вот подонков. Сейчас полетим нахрен. Макрот какая-то непонятная. Как мне теперь туда попасть? Внутрь.
куда нам дальше идти? Алёшеньки, алё. Сюда, что ли? Как я так упала? Чё за бред? Да чё ещё такое, а? Так, ребята, нужно взять срочно аптечку. Без этого никак не пройдешь. Потому что там будет взрыв сейчас жесткий. А, вот оно как, да? Суки. Ну что, почти прошли игру. Осталось совсем немного. Как проходить-то?
Не понял. А куда бежать-то нахуй? Вообще не понял. Бля, что за бред, погоди. Бред какой-то реально. Чё за хуйня, блядь? Полный бред. Бред полный, а. Да ладно. Получилось, ребят. Все, прошли игру, да? Карту. Прошли карту, ребят. Найс, блядь. Просто лучший нахрен. Всем пока, ребят. Мы прошли эту карту.